Это был уже на Алымбаев, Алматы. Вот он, одноклубник Ералы, тоже клуб Universal Wrestling Club. Да, сейчас выйдет его Бауыржан Алымбаев. Соперник Сармайданова. Бауыржан Алымбаев, да. Вот он, Бауыржан Алымбаев выходит. Занимался рукопашным боем 2011 года. Выступал на джек-пи-джек в ММА. После чего увлекся грэпплингом. И в клубе Куб тренируется. И зашел туда, и до сих пор тренируется. Он чемпион UVV. Первое место занял в 2018 году. Чемпион Азии по UVV он. А бронзу взял он, получается, в 2018 по UVV. Мастер спорта по грэпплингу. Чемпион АИГА в 2021 году. Первое место он взял. В общем, опытный спортсмен. Не пропускает вообще никаких соревнований ни в кимоно, ни по грэпплингу. Постоянно. У нас уже третий раз участвует, если не ошибаюсь. Боже. Да, он просто любит выступать на соревнованиях. Очень скромный спортсмен. Когда давал интервью, он даже это немногословен. Спокойно очень всегда спокойно борется. Всегда у него даже манера борьбы, манера похожа борьбы на, да, одноклубника его Азамата. Да. Посмотрите, это всегда. Он всегда дышит носом, закрытый рот. И спокойно переходит на болевые. Пока баллов нет у нас. Первые две минуты баллов нет. Но он сейчас свипанул соперника. Третья схватка и третья, похоже, тоже на то, что спортсмены о баллах даже и не думают. Все схватки, погоня за сабмишинами. Сырым у нас, кажется, Айганул, у нас, кажется, дебютант, кажется, в этих соревнованиях, да? Да. АИГА ПРО. Да, это ученик Нурсултана Нурумбасарова. У него много талантливых спортсменов. Самата, вы знаете, многих. Диаса, который участвует на соревнованиях, практически его много спортсменов. Теперь вышел Сырым Айганулы. Вот. Хороший опыт для спортсменов. Отличные позиции, Бауыржан. Перевел, смотрите. И это всегда риск, когда ты в хорошей позиции, удержать позицию или попробовать выйти на болевой. Пока баллы не пошли, он баллов не получается. Это свой переворот. Айналып тұрды ғой астында жатып. Да, был свип, да, просто. Ну, баллы еще только начинаются. Вот сейчас начинаются баллы. А, енді беріледі, да? Енді беріледі, да, четвертый минут. Вот теперь за какие-то действия можно получать баллы. Насколько Сырым пытался пройти гард сейчас, но Бауыржану так, Алымбаеву так просто не пройдешь. Да, вот так, с контролем, с переходом. Очень гибкие ребята. 65 килограммов, они просто как кошки двигаются. У них и кардио очень хорошее всегда, и гибкость очень хорошая. 70 килограммов, да. А, Алымбаев Бауыржан просто боролся на 65 килограммов, извините. Я ошибся. Сейчас он борется на 70 килограммов. А так он выступал за 65 килограммов постоянно. Ну, тут похоже на то, что Бауыржан знает, что делает. Да. И похоже на то, что у нас и эта схватка тоже досрочно закончится. Он и постарше немножко, конечно, и поопытнее, конечно. Соревновательный опыт у него больше. Уверенно и спокойно получается Бауыржан. Бірақ жас жігіттер мен осындай жарыстарда көрінеді ғой, мысалы Сырым. Сырым Айданұлы, просто интересно, что он хочет баллы заработать, хочет, хочет все-таки пройти ему гард. Он хочет пройти гард, но с таким наскоком проходить гард очень тяжело будет Бауыржану. Да, надо отключать ему ноги, проходить гард. Бауыржан, когда пытается в это время все выходить, выходит на его на болевую на ногу. Вот его, в принципе, и задача, которую он пытается все время выполнить. Когда человек пытается пройти его гард, он все время выходит ему в это время на болевой на ногу выходит. Смотрите. Завязались в узел. Крутит ногу. Вот. Выходит на болевые. Молодец, Сырым не дает. Хорошо уходит. Вовремя подсказывает Сырому из угла. Вот опять заходит Бауыржан в хафгард, смотрите, берет вторую ногу и закручивается,
освободили ногу из-под футболки. И выходит на небар. Видите, какая у него... Он уже пытается такой прием делать несколько раз. Угу. Теперь если он встанет... Нет. Хороший, хорошо, хорошие попытки болевых. Сырым просто в обороне постоянно эти атаки останавливать. Болевые ноги, человек очень сильно устает. Да, такой рисунок, картина схватки. Да. Баужан атакует, Сырым защищается. Баужан знает, что делает, да. Сырым не может свой подход найти. Я Сырымның қимылы көп, бірақ әдіс аз. Одан шынымен де жаңа сіздер айтып отырғаннан не істегісі келіп жүрген өзі де кішкене түсінбейтін секілді. Есть у Баужана подстраховка из баллов и целая минута на то, чтобы попробовать досрочно завершить схватку. 3 балла уже проиграл. За бэкмаут. Очень трудно выходить из грэпплинга с такой позиции. Видите, он будет взял треугольник на тело Бауржан и будет добивать удушающий. Он сейчас ему нечего доторопиться. Копилку Куба вторую досрочную победу принесет сегодня Бауржан или нет? 40-30 секунд еще до конца. Позиция отличная. Соперник, очевидно, устал гораздо больше Бауржана. Ну, так выглядит. Просто поставил руки, сейчас защищает свою шею, боится, что пройдет удушающий. Уже понимает, что ничего уже, в принципе, не сделает. Главное, чтобы не задохнуться здесь от удушающего. Но молодец. Бауржан пытается провести дальше прием. Не стал залеживать, задерживать соперника. Угу. Оба спортсмена хорошо поборолись, конечно. Хорошую борьбу показал Сырым. Да. Но в этом плане более опытный, конечно, оказался Бауржан Аламбаев. Смотрите, всегда спокоен, вот рот закрытый, дышит всегда носом, спокойно, как будто ничего и не произошло.